Урок 31. Добавление оборудования в виртуальный компьютер. В данном уроке ознакомимся с подключением некоторых типов виртуального оборудования, которые не рассматривались ранее, а также научимся настраивать уже упоминавшиеся устройства. Откроем окно настройки виртуального компьютера. В правой части появившегося окна можно настроить любое виртуальное оборудование. Настраивать, добавлять или удалять виртуальные устройства можно только, когда виртуальный компьютер не работает и не находится в состоянии паузы. Нажмем кнопку «Add» – «Добавить». В появившемся мастере перейдем на страницу выбора оборудования. Сразу перейдем к приводам CD-DVD-ROM. Дополнительную информацию о добавлении жестких дисков можно получить из видеоурока «Использование реальных дисков в VMware Workstation». В данном окне предполагается выбрать между реально существующим приводом и образом ISO. Выберем первый вариант. Здесь указывается привод. Можно также выбрать автоопределение привода. Нажав кнопку Advanced, дополнительно можно выбрать канал устройства в виртуальном компьютере, причем здесь же можно указать, к какому интерфейсу будет присоединен привод. Нажмем кнопку «Готово». Установка закончена. Удалим созданный привод и попытаемся создать другой, но с использованием ISO образа. Повторим предыдущие действия. Необходимо указать имя образа. Для тестирования имеется образ загружаемого диска операционной системы FreeDOS. Завершим подключение нового диска и запустим виртуальный компьютер. В BIOS нужно поставить привод CD-ROM на первое место в списке устройств для загрузки. В данном случае привод уже настроен. Перезагрузим виртуальный компьютер. Загрузка с диска прошла успешно. Не будем рассматривать этот процесс далее. Выключим виртуальный компьютер. Зайдем в окно настройки виртуального компьютера. Подключим накопитель на гибких дисках, попутно удалив только что подключенный CD-ROM. В списке выберем Floppy Drive – дисковод. В данном окне предлагается выбрать между реальным накопителем, существующим образом гибкого диска, и созданием образа гибкого диска. Выберем первый вариант. Действие аналогичны примеру с приводом CD-ROM. Можно выбрать дисковод по имени диска или указать автоматическое определение. На данном компьютере дисковода нет, поэтому имя диска не отображается. Вернемся на предыдущую страницу. Выберем второй вариант. Здесь также есть поле для ввода имени файла образа. Не будем останавливаться на этом и перейдем к третьему варианту. В имеющееся поле можно ввести имя файла, которое будет являться образом диска. Впоследствии образ можно будет записать на дискету с помощью специальных программ. Отменим подключение дисковода. Кратко остановимся на подключении USB-контроллера. На компьютере не может быть установлено больше одного контроллера, поэтому для демонстрации удалим существующее. В данном окне установкой или снятием флажка можно, соответственно, разрешить или запретить обнаружение только что подключенных к порту USB устройств. Рассмотрим, как подключить звуковую карту. Здесь выбирается звуковая карта, которая должна быть подключена к виртуальному компьютеру. Последний тип устройств, рассматриваемых в данном уроке, это последовательные и параллельные порты. С их помощью можно работать с реальными устройствами, которые подключаются к ним, например, модемами. Процесс добавления обоих типов портов аналогичен, поэтому добавим только последовательный порт. В данном окне предлагается выбрать тип порта. При выборе первого типа имеющийся в компьютере порт присоединяется к виртуальному компьютеру. Второй тип позволяет записывать в файл данные, посылаемые в порт программным обеспечением виртуального компьютера. Третий тип позволяет организовать соединение между виртуальными компьютерами или какой-либо программой и виртуальным компьютером через файл. Последний тип доступен только для последовательного порта. Два последних типа последовательного порта выходят за рамки данного урока, поэтому рассмотрим присоединение реального последовательного порта к виртуальному компьютеру. Здесь можно задать имя порта, либо выбрать автоматическое обнаружение. Нажав кнопку «Готово», завершим установку. Подключение параллельного порта происходит аналогично. Обратите внимание на устройство жестких дисков. Нажатием кнопки «Advanced» дополнительно можно изменить положение виртуального диска в компьютере.